А вообще, кто первый знаменитый стал вашим, ну, носить от Гуляева? Самое главное, самое памятное, это, конечно же, изделие из моей первой коллекции попало в гардероб Уитни Хьюстон. Эту историю я не забуду никогда, и для меня это, наверное... Да, я видел вас в Твиттере, здесь недавно была годовщина как раз. Да, был Уитни. Неделю назад был день рождения, 51 год. Эту историю я не забуду никогда, потому что для меня это, для мальчика из Казахстана, из простой семьи, вы знаете, то, что сегодня со мной происходит, я во многое не верю. А то, что произошло тогда, это был сон, который, мне кажется... А кто из наших звезд первым стал носить? Ваш, не помните уже? Вы знаете, для меня, я назову, наверное, самых главных, тех, кто меня затронул. Потому что я благодарен многим и радуюсь всегда, когда вижу нашу одежду на звездах. Но я рос музыкантом. И я был фанатом Уитни Хьюстон, реальным фанатом. У меня была любимая группа Абба, Уитни Хьюстон. Из моделей и икон стиля Софи Лорен. Я мечтаю, что в ее гардеробе появится мое изделие, дай бог. И из советских звезд, конечно же, Алла Пугачева. И когда я увидел на Алле Борисовне свое изделие, я чуть не потерял сознание. Я ей это говорил. Мне было безумно приятно. Вообще, про Аллу Борисовну, вот ее иконы стиля никак назвать нельзя. Вы знаете, в общем, говорят, что она в принципе одевается крайне безвкусно, если верить критикам, которые описывают нашу фэшн-индустрию в специализированных изданиях. Вы знаете, я настолько уважаю Аллу Борисовну и как личность, как человека, и ей позволительно все. Что бы она ни делала, и как бы она ни одевалась, как бы она ни эпатировала, она Алла Пугачева. И... Я считаю, что могут говорить о ком угодно. А о Пугачевой можно говорить только браво. Потому что ее все равно никто не превзошел. Ее все равно никто не сделал. И такой, как она, нет. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».